Приветствую всех на колоссальной кухне. Сегодня я готовлю несложное блюдо – фаршированные кальмары. Для этого я возьму тушки кальмаров, лучок репчатый нарезала кусочками, шампиньоны, грибы 200 граммов нарезала кусочками, 2 отварных белка яичных, 150 грамм мягкого нулевого творога, зеленый лучок для украшения и соль. На разогретую сковородочку наливаю немножечко маслечка и отправляю туда одну луковичку, примерно 100 граммов, нарезанного кубиками. Слегка прожариваю до прозрачного цвета. В сковородочку отправляю грибы. У меня здесь 200 граммов шампиньонов. Помешивая, буду прожаривать до готовности. Есть, прожаривается. Добавлю грибную приправу. Она уже солененькая, или можете соль по желанию. Хорошенечко помешиваю. Водичка испарилась, грибочки с луком приготовились. Перекладываю грибы с лучком в тарелочку для того, чтобы они остыли. Есть. Беру терочку крупную сторону и аккуратненько тру отварные белки. У меня 2 яичных белка. Вот так аккуратненько все это на терочке тру. Есть. Готово. Отправляю белок в остывшие грибочки с луком. Вот так. Все-все-все белочки. Добавлю немножко соли. Пару ложек мягкого творога, грамм 50, и хорошенечко полученный фарш, так называемый, я перемешаю. Тушки кальмаров промыла, очистила, и ложечкой добавляю потихонечку полученный фарш. Наполняю тушки кальмаров. Вот так не спеша, аккуратненько. Есть. Вот такие 2. Ой, жирненькие какие, красивенькие получились колбасёны. Так, форму застелила фольгой, пшикну немножко маслечко. Лук нарезала такими долечками. Отправляю сюда. И сверху фаршированные кальмарчики. Вот эти красавчики. Беру мягкий творог, здесь 150 граммов. Добавляю 2 чайные ложки казеина или соевого изолята. Хорошенечко мешаю. Добавлю соли, присолю. Вот густеет сразу на глазах творожок, да, и он будет вести себя как сыр при запекании. Ну и все, полученный творожок я размещаю сверху на кальмарчике. Хорошенечко вот так это дело смазываю. Весь-весь-весь творожочек. Отправляю в духовочку на 180 градусов на 15 минут, не больше. Вот кальмарчики наши приготовились. И аккуратненько перекладываю на блюдо один и второй кальмарчик. А лучок с творожочком я тоже отправлю на блюдо. Это очень вкусно и полезно. Все-все-все соберу. Украшу наше блюдо зеленым лучком. Можно зеленью любой, какая есть, свежей. Все, фаршированные кальмары готовы. Кушаем по метаболическому принципу и скидываем вес. Будьте здоровы! До новых встреч! Пока-пока!